Представьте, ребят, что перед началом данного ролика был крутой монтаж с переходами Sony Blade, взрывами, салютом и что там еще делают. И да, вы такие сказали, это круто, и поставили мне лайк под этим роликом. Я думаю, это будет супер. Либо вообще, что-нибудь представьте, что было бы перед началом этого ролика. Например, Sony Blade была бы... Ладно, неважно. Суть в том, что сегодня мы будем проходить испытания. Да, мы будем проходить испытания, и это будет не совсем обычное испытание. Я никогда не хотел этого делать, но почему-то в этот раз я решил прокачать Кана Головореза. Потому что в вашем отряде должен быть Кана. Нет, я его пока что не прокачал, но именно сейчас мы это и сделаем. Честно говоря, ролик получится не совсем стандартный, потому что я хотел взять Эрона Блэка и просто избить Соню Блейд. Да, в прямом смысле этого слова. Но нет, я прокачиваю Кану и постараюсь победить Кану 7-го слияния 50-го уровня. Соню Блейд Холодную войну. Будет своего рода сражение. Я даже уже превьюшку придумал. Хотя не знаю, реализую я ее, либо нет. Покупаем этого персонажа. Я надеюсь, что мне будет достаточно монет, чтобы купить 4 штуки. Четвертое слияние, неплохо. Почему обратно? Почему нельзя сразу же купить персонажа 7-го слияния? У меня же достаточно монет. Все время нужно нажимать, продолжить. Потом обратно провести. И потом еще раз купить персонажа. И только после этого мы начнем данный ролик. Да, пока что вы представляете, что здесь взрывы, монтаж, все дела. Вах, клевая музычка и так далее. Я думаю, что будет это интересно. И что еще у нас остается? Одного персонажа докупить, и я прокачал его аж до 7-го слияния. Отлично, все, Кану Головорез у меня отныне 7-го слияния 50-го уровня. Тот самый персонаж, на которого я когда-то потратил около 300 тысяч монет и так сильно возмущался, очень сильно. Я думаю, некоторые помнят данный ролик, но в этот раз мне персонаж нравится, я его прокачал, почему бы и нет. И да, давайте попробуем пройти. Я выбрал даже Каталькана Бога Солнца, тот самый перс, которым я никогда не играл, и он мне опять же не особо нравился. Но все-таки пассивка у него зачетная, плюс 30% к атаке для представителей внешнего мира в отряде. Это очень круто. И Китана Скорбная, одно очко силы Кана Головорезу в начале боя. Кесси Кейдж спецагент, Джакс Брикс призрак и Куанчи чернокнижник против моего Кано Головореза. Да, кстати, я поставил еще на этого персонажа молот гнева, шляпу с лезвиями и медальон душ. Будет быстрее прибавляться сила, ну и также у него, опять же, имеется в начале спецприем 2. Неплохо. Я думаю, это даже очень хорошо. Сразу же вырубаем одного персонажа и потом добиваем двух остальных. Что я буду делать с Соней, я не знаю. Она замораживает. Да, это Соня, она замораживает. И что вот с этим делать, понятия не имею, когда Кано Головорез будет еле-еле живой. Ну ладно. Окей, пока что все хорошо. Как вы видите... Соню чуть не сказал. Кейси и Кейдж мы избиваем. Избиваем Кейси Кейдж. Кано, давай. Блин, где твое добивание? Ах, да, у него же блокбрейкер. Ладно, тебя я выношу сразу... А, сразу же не получится вынести. Ну ладно тогда. Проводим сколько? 40%? Ничего страшного. Главное, что она восстановилась. Все, теперь никто восстанавливаться здесь не будет. Блин, Кано Головорез. Ты не должен. Ты не должен так играть. Ты должен победить этого лысого. Так, хорошо. Набиваем, спецприем, практически 2 накопил. Ах, блин, снова Кесси. Нет, ты не вынесешь его. Нет, нет, живи, живи. Отлично, костяной щит сработал. Фух, хорошо. Теперь выскакивает этот лысый. Как много здесь лысых. Так, и дальше, 45%. Выбираем Кателькана, выпускаем спецприем 2. Давай, поджигаем урожу. Отлично, вот так вот, избиваем. И добивание. Я не знал, что Кателькан Бог Солнца нанесет столько урона. Серьезно, я думал совсем чуть-чуть, и этого было бы достаточно. Но нет, он просто вынес. Он просто вынес данного перца. Так, хорошо, ставим. Ставим блок, да. Это был как бы блок, представьте, что это был блок. Все хорошо. Да блин, хватит, хватит, лысый. Успокойся ты уже. Так, нажимаю на спецприем 2, проводим 2 удара и 55%. Победа. Да, именно, это победа. Остается только как-то пройти Соню Блейд. Это сложно, серьезно. Я за минуту 11 секунд одолел данную команду. Здесь будет Соня Блейд босс. 78 тысяч здоровья и еще 11 тысяч атака. Берегитесь, в то время как противник Сони замедлен, она получает силу России Матушки. Интересно, а кто бы получал
силу Беларуси матушки, и тогда бы, наверное, персонаж бросался картошкой. Ладно, не буду сейчас вдаваться в данную тему, но это было бы прикольно. Наверное, у меня такая сила будет когда-нибудь, когда мою карту добавят. Не успела заморозить, получай. Блин. Плохо. Блок у нее не пробивается, я не хочу наносить удар в блок. Заморозила меня, взяла. Ну ладно, хорошо. Подождем пока что, проводим вот такой вот ударчик, ставлю блок. Пока я не особо-то здоровье отнял. Ладно, выпускаем Мелину. Мелина у нас истощает и не наносит вообще никакого урона. А она до сих пор блокируется. Да хватит уже блокироваться, успокойся. Серьезно. Блин, нанеси тогда хотя бы X-Ray по одному из персов, чтобы я успокоился. Нет, Соня Блейд очень настырная женщина, вы посмотрите, она не хочет этого делать. Так, ладно, теперь я выпускаю снова данного персонажа и наносим еще немного урона. Почему я играю не Кано? Блин, женщина, хватит блокироваться. Я хочу поиграть Кано. Отлично, только уже поздно, по-моему. Так, хорошо, я Кано не хочу выбирать, пока она X-Ray не нанесет. Блин, я сейчас добью котельканом бога солнца этого перса. Кано, Кано, давай появляйся ты наконец-таки. Так, хорошо, она хотела меня заморозить. Либо она X-Ray не наносит. В предыдущий раз она не успела мне X-Ray нанести, потому что я вырубил ее в два счета. Так, ладно, выбираем сразу же Кано. Используем спецприем 2. Кано такой выскочил. Наносит урон 50%, и это победа с крит-уроном 31 тысяча. Я это сделал. Блин, как-то это неэпично смотрелось, потому что полбоя я провел с Катальканом Бога Солнца и Гитаной Скорбной. Но это вообще ерунда какая-то. Серьезно. Блин, зачем я Кано Головореза только прокачивал? Мне кажется, он бы победил даже с третьим слиянием. Зато 65 душ получил. И еще одну карточку. Еще одну карточку. А, и тактический жилет. Так, забираем. Соня Блейд, Холодная война. Прокачиваем ее до четвертого слияния. До четвертого слияния. И да, если я вдруг решу сделать перезапуск испы, то я это сделаю на стриме, и мы пройдем еще раз Соню Блейд, она станет у меня шестого слияния. Да, я щитерю. Ну, в каком-то плане. Вообще, это богоюзерство называется, но я не особо хочу это делать, но как бы придется. Ну, я думаю, многие и так понимают. Что ж, в конце тоже были какие-то эффекты, представьте это тоже. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.